Сильный ветер сегодня серьезно осложнил движение на дорогах. Даже пришлось отменить автобусы из Абакана в Бею и Саиногорск. Перекрывали трассу и на Минусинск. Еще утром метель свела видимость почти к нулю, поэтому общественный транспорт в этих направлениях отменили. А автомобилисты передвигались с минимальной скоростью. Открыли движение только вечером. Сильный ветер также стал причиной отключения света в Усть-Абаканском районе. Речь идет об аулах Доможаков, Трояков, а также поселках Ильича и Новомихайловки. В поисках порывов энергии обследовали более 60 километров линии электропередачи. Восстановить электроснабжение удалось спустя несколько часов. Шквалистый ветер дует в республике уже несколько дней. Порывы достигают 24 метров в секунду. Местами идет снег. Такая погода продержится до выходных. На Крещение ожидается еще и похолодание, но несущественное. Так, в ночь с 18 на 19 синоптики обещают 21-23 мороза. Днем в четверг 14-16 ниже нуля.